Выполнен ремонт по архитектурной доступности, расширены дверные проемы, установлены поручни, полностью выполнен ремонт в туалетных ванных комнатах, поменены и установлены раковины, унитазы с держателями, на это было потрачено 193 тысячи. Приобретен ступенькоход, это оборудование для подъема ребенка на инвалидной коляске по лестнице. Закуплено специальное реабилитационное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, для учителей-дефектологов, учителя-логопеда, кабинета педагога-психолога и санцовной комнаты. А, ты все сделала! Это вот красивое, яркое, это называется «Дары Фребеля». Оно состоит из 14 модулей, направлено на развитие тактильного восприятия детей, сенсорных представлений, да, то есть цвет, форма, величина, мелкой моторики, то есть вот мозаика, допустим, шнуровка. Также представлений о геометрических телах. Это называется «Семиуровневый коммуникатор». Он предназначен для работы с неговорящими детьми. То есть это является одним из видов альтернативной коммуникации. Здесь этот коммуникатор позволяет записывать до 120 фраз. Да, вот, например, мы можем с вами... Машина! То есть вот картинка озвучивается. Это логопедический комплекс «Антошка». То есть это такой как мини-компьютер, на котором представлено около 300 игр. То есть они у нас почти по всем разделам программы. Также педагог может сам создать какие-то игры в определенном формате и через флеш-накопитель подсоединить, то есть то, что ему конкретно нужно по данному заданию. Мы очень рассчитываем на то, что все-таки развитие детей пойдет положительный, с положительной динамикой, и будут положительные какие-то моменты в их развитии, интеллектуальном, познавательном и так далее. В кулачок узенький дорожка. Молодец. На следующий 2021 год будут принимать участие два детских сада. Уже запланированы данные мероприятия. Далее государственная программа у нас завершается. И вот со следующего года это будет областная программа. Думаю, что ежегодно мы продолжим данную работу. Домашние сегодня. Здорово! Солнышко вам заулыбалось. Говорит, молодцы, ребята. Да, похлопаем?